Привет, ребята, во всем мире, с вами Эван Гулфири, и сегодня вместе со своим младшим братом Димой. Привет! Сегодня я вместе с ним буду играть в Bed Wars. Ребята, всех вас поздравляю с Новым Годом, желаю вам всего самого лучшего, крепкого здоровья вам и вашим близким, ну и легендарок в Бравл Старсе. Ну что, Дим, поехали? Ребята, чтобы вы не задавались вопросом, поехали. Что у Димы тут за шишка, и почему у него все щеки красные, я вам скажу, по поводу шишки, он вчера катался на льду и упал. А по поводу красных щек, обожрался шоколада. Ладно, о, кстати, вот новогодняя карта со снежком. Я на льду катался на коленьках. И Дима будто пихнул. Так, ну поехали, давай тогда, опа. Ну, ты там копишь или что? Так, ну давай, по папиной схеме ты будешь стоять защищать кровать, а я, как всегда, на центре. Ля-ля-ля. Давай, поехали. Игра началась. Игра началась, и Дима сейчас упадет. А, ты купил эндерняк. Ну, что так долго я строюсь? Я не понимаю. Раз, два. Сейчас я там построюсь, всех победю, на кого-нибудь нападу, и мы выиграем. Ого, сколько Дима там набрал? Дим, нет, ты вообще четкий. Ты вообще молодец. Я не понимаю, а как там наспавнил? У нас столько наспавнилось всего. Не знаю. Это пипец. Дима такой подходит и очень много всего себе нарабатывает сразу. Так, я нам тогда тут дорожку вот такую вот удобную построю, чтобы не падать. А то меня бесит, что все всегда падают. Что и я тоже падаю. Вместе с ними. Кстати, я уже тут на центре. И тут ни одного изумруда. Я тут думаю. Все уже кто-то позабирали. Кстати, я вижу желтого. Он бежит. А, нет, этот пацан просто с золотом стоял. Так мне показалось, что там желтый. Синий? Да, это наш пацан с желтым. Ой. Ну, с золотом. О, красных уже разнесли, а я даже не заметил. Давай тогда мы по-быстренькому разнесем зеленых. У них как раз пока что три человечка. Что собрал? Ну, и мне кажется, зеленые они самые слабенькие. Видишь, что собрал? Вот это да. На нас пришли желтые, желтые. Убиваем желтых, чтобы не проиграть первую игру. Так вот, мы что их отбили. Что-то они за корявки построили. Я не знаю. Это не корявка. Это шедевральная корявка. Давай тогда, может быть, да, нападем на зеленых. Потому что и желтых тоже вынесли. Я не понимаю, кто это все делает. Но вот. Короче, самая быстрая игра в мире. Прошло 5 минут уже. Все команды, кроме нашей, зеленой, разнесены. Сейчас мы как эти... Как супер-гипер чуваки. Пойдем и победим зеленых. Потому что зеленых 3, а нас 4. Мы мощней. Ну, мне кажется, у зеленых какая-то корявочка. Ну, такая же, как и у нас. Это понятно. И знаешь что? Никто не захотел строиться на центр, кроме нас. Ты смотри, что я по краям построил. Дима по краям нам построил защиту. Хотя я не понимаю, зачем она нам, ведь зеленая от нас. Где? А, да, не там. И можно, здесь. Кстати, закупиться кучами фаерболов, по ним их запустить. Но мы не будем заниматься такой ерундой, мы просто пойдем к ним и побьем их. Чё, потому да что нет. Нас больше и мы сильнее. Да не ж злой-то. Нет. Мое. Кто? Но нет, ну может быть и зеленые иногда тоже сильнее и мощнее нас, и они нас побьют. Ха-ха-ха, они кровать не поломали. Ха-ха-ха, зато они нам ее разломали. Уже? Бей! Бей! Уже разломали. А мы сейчас пойдем к ним и их разломаем. Да. Наверное. Ну или нет. А ты там вертолетом будь, ты возле нашей базы стой и смотри, есть там кто-нибудь. Я личный вертолетик. Кстати, наши чуваки нормально держатся, они еще живут. Слитки забираю. А меня тут на базе побил зеленый. Вот неумный, да? А что у него синяя броня? Не знаю. Нет, у него зеленая. У него зеленая, то у них просто чар сильно много, так кажется. Ладно, давай еще одну игру, рандом. А что я выбрал? Я выбрал что-то. Так, ну вот, ребята, нас закинуло во вторую игру. Думаю, мы сейчас точно займем первое место. Тёма ну будет... или хотя бы второе, как и в тот раз. Тёма будет со всеми пацанами сидеть в домике, а я буду бегать. Да, и мы с Димой решили, что Дима побегает на центр, а я посижу на базе. Защищать кроватку. Да.
О, мы тут с пацанами так быстро уже все устроили. А все они будут бегать на мою базу, на мой лут? На то, какой что? Твой лут? Ну, где изумруды? А все они будут на мои изумруды бегать? Кто? Вот эти. Ничего страшного, мне так все время как бы. Ладно, давай тогда. Будем опять строиться. Да. Кровать мы уже заделали, и на нас опять бежит этот желтый. Я не понимаю, как они так делают, что они нас начинают бить, а мы их не можем. Ну или это у меня так только? Я не понимаю. Это какой-то лаганный Майнкрафт. Либо это я так играю. Да, ты так играешь. А, я понял, нужно просто все время на них вот так вот прыгать и прыгать и прыгать, а назад не надо ходить. Да. Я выяснила это. Я на центре я... Значит, ты притронулся к кровати. А при чем здесь это? Я захотел побежать на центр. Нет, все, я притронулся к кровати. Ну ладно, мне-то какое дело до этой кровати? Я сейчас раскопаю доволой. Ага, раскопает он. Я сейчас тебя потом приду раскопаю. Динамит! Кто? Динамит! На нас скинули что-то! На нас что? Кто-то что-то скинул или что? И ничего не поломалось. Круто. Ну ты можешь мне сказать, что там? И ничего не сломалось. Да что там, Дима? Там ничего не сломалось. У нас... Давай, я пока что себе быстренько куплю алмазную защиту. Ты что, у меня есть? Не, что ты испортил нашу кровать? Я? Да. Это они кинули динамит. Но ты застроить не умеешь. Ты же мне говорил, а, точно, не да. перетракиваться даже. Ну вот и хорошо, вот и не перетракивайся даже. А ты не ходи на мой центр. Центр общий. Нет. А кровать значит... защищаю я. Нет. Кровать моя. Опять тут кто-то! Я его убил. Ты никого тут не убил, тут и зеленый, тут и желтый, блин. Так, я побил, у меня уже 3 убийства. Так, а ты где? Крас. А, ты там закупаешься. А крас. А зато у тебя нету таких ботинок. У тебя нет такого сундука. Ой, сундук он за 2 копейки, ну ладно. Ой, а, да? Ты, кстати, реально молодец, что купил этот сундук. Опять на нас кто-то бежит. Дима, прыгай со своей этой базы. Я одного убил. Одного, класс, а я 3. Дима, можно притронуться к кровати? Нет, ну не разламывай. Это центр мой. Так, ну что там у нас? Ой, кто там опять на нас прыгает? Кроватка общая. Нам нужны фаерболы. Нам нужны фаерболы, чтобы тут всех скинуть. Вон, там прыгает тот же самый зеленый. Я второго убил сверху, я туда... А я третьего убил, прикинь? Я как принцесса. Ты как принцесса Бублигу. Ты сам так. Так, тут никого нет. Это обзывается, кто-то сам так называется. Так, остались только мы, красные и зеленые. Да я же зеленых. Раз месил бам-бам-бам. Как будто опять там месишь. Я не мещу, я здесь. Я на башню поднимаюсь, чтобы смотреть порядок у нас там на крыше. Знаешь, что в твою кровать кто-нибудь потом возьмет да запрыгнет, там спрячется. О, зеленый опять сбежит наверх, чтобы я его поломала, зеленого. Ну так ломай его. Прикинь, я без блоков. Как там? Я крутой, я убил желтого. Почему-то я его убила, убийство мне не записали. Ребята, я уже 3-го убил на крыше. Зеленого. Дима, всех почему-то убивает только на этой крыше. Я не понимаю, почему. Я не знаю, потому что... Я себе уже купил алмазный мечик. А я снизу кого-то одного убивал, наверное. Нет, я только сверху. Сколько можно кого-то убивать? Ты всех убиваешь и убиваешь. Убиваешь и убиваешь. А ты сколько убивал? Ты тоже 3, как у меня. Да, я тоже самое, у меня тоже 3. Так, мне нужно много железа. Ой, еще один зеленый на башню летит. Ну куда ты? Ты же знаешь, что я тебя убью. Давай, прыгай. Давай, прыгай. Ну ты же знаешь, что я могу построиться вот так. Опа. Я 4-го убил! Вот это да!
Я четвертого убил. Видишь, как я круто убиваю? Ты только три убиваешь четвертого. Ой, да? Ну, да. Смотри, смотри. Там еще ко мне зеленый бежит. Да что это такое? Да ты надоел там на своей базе. Я его сейчас опять побью. Это я побью. Ко мне иди, ко мне, моя прелесть. Ко мне иди. Я убил. Я пятого. Да как? Вот если бы я не пришел, он бы тебя убил. Ты посмотри, сколько у тебя мало жизни. Я взял его, прыгнул, два раза колотнул своим алмазом. А я пятого убил. А вот ты это всего да. лишь три. Ха-ха-ха. Я сейчас тоже столько же убью. Смотри. Смотри и учись как надо. Ты тоже смотрись. Я сейчас просто построю тут дорожку к этим зеленым. И я пойду к ним на базу, им там все разломаю. Пошли со мной. Я остаюсь к ним. А, ты тоже к ним? Ну пошли тогда к ним нападем. Если я такой промный... Опа, опа! Ты такой про, ну молодец. Да, вот про. Ну вот ты скинул, а я его видел сколько. Ты прыгнул, у него уже 10 хп было. Ладно, давай еще раз, значит, к ним если построимся. Если я такой про, то мне можно бить их. Да, вот ты вообще вот такой про. Я думаю, все. Я думаю, нет, я уже никого не убью в этом бою. Так нет, я уже 6-го убил. Смотри, сколько я сейчас убью. Опа! 7-го. Да ты надоел, ты просто их берешь да скидываешь. Да? Да. Я убиваю, да. Смотри, смотри, смотри. Я их даже убиваю, скидываю. Ты их не убиваешь и скидываешь, ты их просто скидываешь. Скидывать легко, просто вот тут вот стоишь и бьешь. А я их тоже бью и скидываю. Это мне мешает смотреть. Так уйди. Хопа. Хопа. Хопа, на. Хопа! Вот это ты дал. Мышь. Ха, а я его тоже скинул. И сколько у тебя? У меня уже 4. А и финальных 1. А у меня 7. Зато у тебя 7. А, ну блин, да, о, у тебя все точно равно больше. Думаю, я думаю, у меня точно, я вспомнила. И медь каменный я туда спрятал. Зачем ты прятал меч в общий сундук, а? А, кстати, красным поломали, остались только мы и зеленые. Мы сейчас всех победим. Потому что мы профили. Мы-то здесь точно, наверное, уже выиграем. Ну тут да. Прикинь, тут мне его... 7 не бьет, ты всего лишь 4. А у меня одно финальное убийство. Ну и что? Ну и что? А финальное убийство это сразу как 10 обычных. Опа. Ты знаешь это? О, у него 3. Он сам спрыгнул. Ну, он сам спрыгнул, а тебе это не считается. А почему? Нет. А потому что он сам. Потому что он сам. Он нет твоего удара. Я нам прокачаю это, прокачаю вот это, и все, мы, короче, теперь все блестим. Да мне это нужно. Так, давай, сейчас мы просто всех... Все, мы выиграли зеленым, кто-то поломал кровать, мы вообще мачо про мачо. Это я мачо про мачо, я 7 убил. И столкнул. Боже мой, ладно, смотри. Все, зеленых нет? Нет, зеленые еще есть. Никогда. Еще есть красные, которые там сидят все время где-то и прячутся. Смотри, дай сейчас здесь динамит. А что тут за бочка такая? Они в эту дырку залезли. Да ты что сделал? Я так и знал, что они сидят тут. О, я скинул. У меня уже 5 убийств. 5. А это финальное убийство. Всего у меня уже 6. Что за финальное? У меня 6, у тебя 8. 7. У тебя 7 обычных и одно финальное. У меня 2 финальных. А я думал, где он? А он в эту дырку взял да спрятался. Ты, вот не зря динамит поставил. А я и так знал, что он там. Я думал, вот сейчас я пойду, разломаю вот эту дырку. А я динамит поставил, чтобы его взорвать. Но я бы и так взял бы, да сам сломал. Нет, боже мой, я выкинул свой меч. Спасибо. Эй, да! Где он? Где он? Он у меня. Мы выиграли! Я бой, победа! На пони. Нет, на пони не будет никто. Кто-то катается на этом! На этом! Да я покатаюсь! Я тоже хочу! Пони катаюсь! Я тоже хочу! Ребята, игра была очень классная!
классно, но победил я. Если вы хотите еще видео с Димой, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти видео. И не забываем, что набираем 10 тысяч лайков, и мы разыгрываем лицензию. У нас происходит конкурс. Ребята, вы знаете, что я никогда не убивал и не сталкивал. Я в первый раз убивал. Ну, Дима, вот сталкивал. В первый раз вот столько вот много всех поубивал. И сталкивал. Да. Ребят, ну на этом мы, пожалуй, закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.